Славик, я тебя очень прошу. Там будут все. Это день рождения года. Понял, буду. Ему всего 60, а уже из ума выжил. Это лечится электричеством. Оставляем так, как было, как запланировали. Оставить! План меняется. А мы едем в деревню. Едут! Наши дорогие новые поселяне. И поселенки. Петя, я сейчас тут ноги сломаю. Понимаете, у нас в деревне все не так просто, как кажется. И пить я там не буду, принципиально. Че ты, развязал, что ли? Иди нахер! Мы поругались с местными. Федя, что-то я не поняла. Это какой ты жене там подходил? Понятно! Нашим там все передай, что эти гопники отныне на самообслуживание. Ну, то есть это получается, что мы наедине с природой, да? Хуже. Мы наедине с теми, кто наедине с природой. Давайте, у кого нет маникюра, тот роет землю. О, я грибок нашла. Съешь его, быстрее отмучаешься. Чтобы он вам не пообещал за это вранье, не верьте. Вот она, до чего охота на ведьм доводит. Ну что, иду к твоей Люде с жалобой на харассмент. Ты где слов таких нахваталась? Харассмент. Бывшие гости оставили один журнальчик. Я там все, что нужно про жизнь, прочитал. Чего у тебя вчера с моей женой была? Я даже не знаю, как ваша жена выглядит. А вы мне скажите, пожалуйста, мои юные следопыты, а кто из вас реально с женой разведется, если узнает, что она с кем-то переспала? Я бы развелся, но со мной раньше развелись. Я все видел. С чего это вы его защищаете, обе? А знаешь почему? Ты же не доверяешь? Тебе, да. Вот к Альбине есть вопросики. Кем она станет, моя чистая душа? Наркоманкой и проституткой, как все остальные. Ну уже признайся давай. Может, ты испугался, что Люда тебя с Галей спалила, а? Чего? Ходяков сошел с ума. Остановить вакханалию! Про татаро-монгольский иго, слышал? Вот люди с Патриком хуже! Ай. Беспринципные в деревне. В кино со 2 марта.